Представьте следующее. Вы удобно сидите в кресле у окна самолета, когда вдруг замечаете, что из крыла вырывается струя белого пара. Неужели с самолетом что-то случилось? Вас ждет крушение? Ха, не стоит паниковать. В этот момент пилоты выполняют стандартную процедуру, которая называется слив топлива. Но вот почему они избавляются от топлива, которое, кстати, стоит немалых денег, это уже другая история. Слив топлива во время полета – довольно распространенная процедура, и пилоты выполняют ее намеренно. На первый взгляд может показаться, что они выбрасывают деньги на ветер. Посудите сами. Самолет среднего размера, например, Boeing 737-300, разработанный для полетов на короткие и средние расстояния, использует примерно 2,5 тонны топлива за час полета. Цена авиационного топлива составляет более 600 долларов за тонну, а это значит, что во время полета на таком самолете вы будете тратить примерно 1500 долларов за летный час. Другими словами, если самолет летит из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, что занимает 4,5 часа, он сжигает топливо примерно на 7000 долларов. Хм, да, внушительная сумма. Так давайте узнаем, зачем пилоты выбрасывают в воздух целое состояние. Оказывается, в некоторых ситуациях слить топливо дешевле, чем использовать другие альтернативы. Самолеты должны быть легче при посадке, чем при взлете, на целых 100 тонн. Ведь во время приземления на шасси ложится огромная нагрузка, поэтому чем меньше будет вес воздушного судна, тем лучше. Если вдруг самолет не использует нужное количество топлива до посадки, приземление будет жестким, что может привести к серьезным повреждениям. С другой стороны, пилотам не всегда нужно заботиться об оставшемся топливе, потому что проблема решается сама собой. Во время полета коммерческое судно сжигает почти все свое топливо, и к моменту прибытия уже достаточно легкое, чтобы совершить безопасную посадку. Но иногда случаются экстренные ситуации, и самолетам приходится садиться намного раньше запланированного времени. Именно тогда и применяют слив топлива. Обычно это происходит непосредственно перед посадкой. Давайте предположим, что сразу после взлета капитан Смирнов узнает о неисправности на борту или о том, что одному из пассажиров срочно требуется медицинская помощь. Конечно, пилоты могут сжечь топливо, кружа над аэропортом с открытыми закрылками и выпущенными шасси. Таким образом, топливо расходуется быстрее. Но, безусловно, такой маневр не исправит ситуацию, если пассажир нуждается в экстренной госпитализации и каждая минута на счету. Тогда приходит время для слива топлива. Немногие знают, что большая часть топлива хранится в крыльях воздушного судна. Поэтому пилот нажимает кнопку в кабине, включается сложная система насосов и клапанов, и топливо сливается через специальные выпускные отверстия в крыльях. Эта умная система избавляется от тонн топлива за минуту. Именно этот процесс вы наблюдаете со своего кресла у окна. С другой стороны, не у всех самолетов есть такая сложная система. Узкофюзеляжные самолеты, например, Boeing 757 или Airbus A320, лишены возможности сбрасывать топливо. Этой функцией обычно обладают только большие воздушные суда, у которых есть дополнительные топливные баки. Тогда какие альтернативы остаются у маленьких самолетов? Ну что ж, у них остается только один выход – садиться с перевесом. К сожалению, в таком случае повреждения у самолета будут очень серьезными, а ремонт намного более дорогостоящим, чем стоимость сброшенного топлива. Кроме того, в подобных условиях самолет может в принципе не остановиться вовремя. При худшем раскладе посадка с перевесом может закончиться пожаром и взрывом топлива. Вот почему, если позволяет конструкция самолета, пилоты предпочитают сбросить лишнее топливо и не рисковать человеческими жизнями. И все-таки процедура слива топлива происходит довольно редко. В процессе сброса пилотам часто помогают диспетчеры. Они следят за тем, чтобы вблизи этого самолета не оказались другие воздушные суда. Все это, конечно, здорово, но если серьезно, мне что, теперь нужно открывать зонтик каждый раз, как надо мной будет пролетать самолет? Вдруг он начнет сливать топливо прямо на меня? Успокойтесь, волноваться не о чем. Большая часть топлива испаряется в воздухе, не достигнув земли. Однако это происходит только в том случае, если погода теплая и самолет находится на высоте более 1500 метров. С точки зрения загрязнения окружающей среды это звучит просто ужасно. Но горькая правда заключается в том, что так или иначе, авиационное топливо все равно оказывается в атмосфере.
Кстати, в самолетах всегда больше топлива, чем нужно для того, чтобы просто преодолеть путь от пункта А к пункту Б. Перед отправлением капитан Смирнов должен убедиться, что в его самолете достаточно топлива на случай различных экстренных ситуаций. Поэтому общий объем горючего включает в себя рейсовое топливо, которое необходимо воздушному судну при взлете, наборе высоты, полете, снижении и посадке. Это топливо также будет использовано, если самолету придется сесть в другом аэропорту. Резервное топливо. Оно понадобится в случае непредвиденных ситуаций, например, сильного встречного ветра и задержки посадки. Топливо, расходуемое при рулении на земле, и дополнительное топливо на случай различных экстренных ситуаций, вроде поломки двигателя. А, впечатляет! Неудивительно, что самолету нужно избавиться от всего этого запаса для безопасной посадки. Вот вам пример из реальной жизни. 29 декабря 2014 года рейс VS-43 компании Virgin Atlantic вылетел из аэропорта Гатвик, чтобы взять курс на Лас-Вегас. Вскоре после взлета пилоты обнаружили, что шасси под правым крылом заклинило, и оно не убралось внутрь. Им ничего не оставалось, как вернуться и сесть в Гатвике. Однако это был Boeing 747, который часто называют Jumbo Jet – огромная четырехдвигательная машина. Он готовился к длительному перелету, поэтому был слишком перегружен топливом, чтобы спокойно сесть сразу после взлета. А еще не забывайте о неисправном шасси. Вначале пилоты попытались резко снизить высоту до 3000 метров, чтобы разблокировать шасси. Когда это не сработало, они начали кружить на низкой высоте, чтобы сжечь топливо. Хитрость в том, что чем ближе самолет к земле, тем больше топлива он сжигает. На крейсерской высоте полета плотность воздуха намного ниже, и его сопротивление тоже. Так что воздушному судну не требуется много топлива. Как бы то ни было, после нескольких часов кружения пилоты наконец-то сбросили достаточно горючего, чтобы сесть в Гатвике. К счастью, им удалось мягко посадить самолет даже с неисправным шасси, и более 450 пассажиров, а также члены экипажа не пострадали. Кстати, если вас всегда интересовало, почему топливные баки находятся в крыльях, вот вам ответ. Во-первых, это помогает снизить давление на крылья при взлете и наборе высоты. Шутка ли? Ведь им приходится поднимать сотни тонн воздух. Давление настолько велико, что они могут просто загнуться вверх. Поэтому топливо заливает в крылья, чтобы сделать их прочнее и тяжелее, и не дать им деформироваться. Например, у Airbus A380-800, самого большого пассажирского лайнера современности, вообще нет центрального топливного бака. А бак в каждом его крыле вмещает 132 тонны топлива. Топливные баки размещаются в крыльях еще по одной причине. Это сделано для того, чтобы снизить вес фюзеляжа. Так уменьшается давление на корни крыльев. Кроме того, топливные баки, расположенные по бокам, удерживают центр тяжести самолета в нужном положении. Если бы все топливо располагалось в носу или хвосте воздушного судна, его центр тяжести менялся бы по мере расхода топлива, и стабильность самолета была бы нарушена. А вы когда-нибудь видели, как самолет сбрасывает топливо? Напишите в комментариях. Если вы сегодня узнали что-то новое для себя, поставьте этому видео лайк и поделитесь им с друзьями. Но не торопитесь пока покупать билеты на самолет. На нашем канале есть еще 2000 других классных видео. Все, что вам нужно сделать, это перейти по ссылке слева или справа. Наслаждайтесь и присоединяйтесь к Эдми.